В 11 утра 1 сентября учащуюся молодежь Мозырщины пригласили на необычный урок. Старшеклассников, учеников колледжей и студентов приветствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. В прямом эфире глава государства делился историческими знаниями, личным взглядом на события современности и политическим опытом. О сути большого разговора президента с молодым поколением говорит название открытого урока «Историческая память. Дорога в будущее». Ну, такие уроки, безусловно, очень важны, потому что, в принципе, у молодежи сейчас присутствуют какие-то определенные шаблоны, вот зачем нам эти уроки, и они отвечают машинально, что это нужно для того, чтобы не наделать ошибок в будущем. Но на самом деле это есть только в голове, а для того, чтобы не наделать этих ошибок, мы должны сделать это образом жизни. И когда это рассказывают люди, которые понимают то, что они говорят, это действительно как-то проникает в сердце. И из-за того, что за нами будущее, из-за того, что сегодняшнее поколение будет строить то, что увидят наши дети, мы должны просто слушать тех людей, которые могут доступно нам объяснить, как это важно. Сейчас ни для кого не секрет, что наша молодежь стала объектом пристального внимания со стороны различных деструктивных сил. И было принято абсолютно правильное и своевременное решение президентом Республики Беларусь провести урок исторической памяти, посвященный Дню знаний. И в этот день молодежь, которая приходит в школы, которая приходит в университеты, она должна из первых уст узнать о ценностях нашего белорусского народа, о наших приоритетах развития, о нашей истории. Ведь мы должны заниматься воспитанием нашей молодежи и его просвещением. Более 3 часов нестандартной и откровенной беседы молодые мозыряне запомнят надолго. Речь шла о разном – от хлебного каравая до сохранения исторической памяти. Затронули школьники и студенты и острые темы – санкции, импортозамещение, передел мира.